пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Российская актриса Елена Захарова редко говорит о личной жизни, поэтому неудивительно, что эта часть ее жизни окутана слухами. Захарова стала замкнутой после трагедии, которая постигла ее семью в 2011 году. Тогда она потеряла 7-месячную дочку Анну Марию, которая умерла от ОРВИ. Потом от нее ушел муж Сергей Мамотов. Елена Захарова тяжело переживала смерть дочери, она нашла утешение в вере. В 2017 году Елена Захарова снова стала матерью, это было для нее настоящим чудом. Дочку она назвала Майей. В январе этого года девочке исполнилось 4 года. Однако о ней актриса до сих пор ничего не рассказывает и никому ее не показывает. Также неизвестно, кто является отцом девочки. Поговаривали, что 46-летняя звезда сериала «Кадетство» тайно вышла замуж за своего давнего возлюбленного. Однако в недавнем интервью Захарова призналась, что не выходила замуж. Сейчас она не состоит в браке и одна воспитывает дочь. Также в интервью Захарова коснулась темы заработка. По ее словам, в Театре Луны она трудоустроена со студенчества, но никогда не получала там больше 20 тысяч рублей. Она находит основной заработок в творческих проектах. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.